Родители также остались неравнодушны ко всему происходящему. Они, уважаемые выпускники, приготовили для вас сюрприз. Внимание! Со своим видеопоздравлением к вам, дорогие наши выпускники, обращаются родители 11 А класса. Забегали всем классом, класс был очень дружный. Конечно, убегала. И не убегать с уроков, я считаю, это значит не учиться в школе. Прогуливали. Убегали с урока физики и русский язык. Физкультура. И с классом, и группами с девочками. Мы делали вид, что ничего не произошло, что все нормально. Нет, от родителей не попадало, потому что им никто не говорил ничего. Была химия. Любимым уроком была физкультура, рисование. Чертение. Потому что люблю рисовать. Чертить, цифры, все это как-то, не знаю. Мне это нравилось просто. Ну, вообще у учеников считается любимым то, что им легко дается. А то, что было тяжело, дается, конечно, она остается в памяти дольше, но почему-то они не становятся любимыми. Вкусные иногда получалось делать в школе, читать быстро перед уроком. Учила уже перед самым уроком. Я слышала кино, «Наутилус Помпилиус». «Дебюш мод» из нашего «Ласковый май» «Мираж». «Ласковый май», «Мираж». Песня группы «Ласковый май». «Земфира» мне очень. Резинки мы играли. Резинки, классики. Играли, как все дети, резинки, классик. Я мечтала стать учительницей. Какой-то юношеский максимализм, говорила, не хотелось засадить калмыцкие степи деревьями такими, чтобы не было такой жары, чтобы была тень. Я всегда мечтала танцевать. Быть художником. Человеком искусства. Человеком искусства. Искренность, доброта и целеустремленность. Можно сказать, мудрость. Ну, она мне в каких-то моментах очень сильно помогала своими советами, и я очень благодарна ей за это. Умение критически и творчески мыслить. Справедливость, порядочность и ответственность. Очень добрый и отзывчивый человек. Мне нравится все в ней. Это самые прекрасные дети, которые есть на свете. Как они могут выйти из тяжелой ситуации с юмором и с таким своим легким детским поведением, я просто их за это обожаю. Их 23 человека, но они совершенно все разные. Это делает их неповторимыми. Каждый из них цветочек, а в целом это получается самый прекрасный букет. На все. 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 Готово на все. Могу? Конечно. Постараюсь. Легко. Можно попробовать. Петь, что ли? Не знаю, что сейчас было. Вот это я не знаю. Ha ha ha!
знаю, как это показывает. Конечно, спою. Получится. Я выбираю жизнь, кайф. Реализоваться в жизни и найти свое счастье. Пусть все мечты сбудутся. Не стоит прогибаться под нас, пейте людей. Пусть лучше он прогнется под нас. Не скрывай свое мнение ни ради дружбы, ни ради любви. Оставайся всегда человеком и слушай свое сердце. Смелость, любовь, веселье и приключения – это самое главное. Делай вопреки, делай от руки, мир переверни, небо опрокинь. В каждом наброске, в каждом черновике учитель продолжается в своем ученике. Всю мою жизнь я иду ко дну, всю мою жизнь я искал любовь, чтобы любить одну. Они сказали нас поздно спасать и поздно лечить, плевать, ведь наши дети будут лучше, чем мы, лучше, чем мы, лучше, чем мы. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей. И голосами их детей нас просто меняют местами. Таков закон сансары, круговорот людей. Ой, мама, когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей. И голосами их детей нас просто меняют местами. Таков закон сансары, круговорот людей. Ой, мама. Детям хочу пожелать, чтобы какие бы препятствия ни встретились на их пути, они их преодолевали с легкостью и большой удачи. Наверное, в первую очередь исполнение всех желаний, чтобы у них все сбылось, все, что они там задумали, захотели. И чем быстрее, тем лучше. Ну, а все остальное у них приложится, наверное. Друзья были рядом всегда. Удачи, чтобы никогда не оставляла. Они открывают свой большой жизненный дневник. Хочется, чтобы там были только отличные оценки. И чтобы они достигли всех поставленных целей. Будут периоды жизни, когда мы будем далеко друг от друга. Но знайте, как бы далеко вы ни находились, как бы давно мы с вами не общались, мы очень любим вас всем сердцем. Никогда не будем ошибаться, возвращаться. Мы всегда вас ждем и верим в вас. Удачи! Я, ребята, хочу вам пожелать светлого пути в вашей жизни, чтобы вы могли идти по этому пути, не спотыкаясь, не сворачиваясь с этого пути, чтобы достигали поставленных целей и шли к вершине свободы, к вершине вашего творчества и к вершине ваших успехов. На сцене родители 11-го химико-биологического класса.
разных дорог впереди. В химию класс выпускной, и выбор лишь за тобой. Каким сегодня путем вам пойти? Поздравляем! Приглашаются родители 11-го В физико-математического класса. Шақы болтыға, ені көгімен берген табынды нере және өзі.
праздниками мы столько лет. А теперь все мы расстаемся, пора прощаться. Дописали повесть о лицее, мы стали взрослыми. Мы людьми, детство наше стой. Побудь еще со мной. Вспоминать мы будем еще не раз наш лицей и весь наш дружный класс. И душа сюда стремиться будет снова и снова. Зазвенит звонок своей трелью маня на улице.